Добрый день. Сегодня я вас познакомлю с новым нашим объектом. И это вот внешний вид, куда будет ставиться тепловой насос, воздух-вода наш. Значит, какая здесь стоит задача? Полная система отопления. Это теплые полы. Это радиаторная система отопления. Это терморегуляторы для регулировки теплых полов. Это тепловой узел полностью, который будет делать горячую воду и отопление. Это система холодного и горячего водоснабжения и разводка по всему дому. Это система вентиляции. Ну и установка системы водоподготовки. Вот сегодня мы покажем, как мы только заехали на объект. Здесь прошло несколько дней, как мы приехали. Ну вот мы начинаем уже делать штробы, чтобы положить в нее инженерные коммуникации. Теплый пол у нас будет, первый слой у нас будет пенополистирол экструзированный. Второй слой у нас будут маты. Маты для укладки теплого пола. Достаточно удобное решение. Вот мы прикидываем. Во-первых, развели уже, видите, водопровод, развели систему радиаторного отопления, кинули трубы. Сейчас начинаем вешать радиаторы, расставлять их по местам, как мы предварительно согласовали с заказчиком, по каждой комнате. Ну вот сейчас мы запустили тепловой насос. Это самое первое, что мы делаем, запускаем тепловой насос, чтобы понимать, что у нас источник тепла на объекте будет. Потому что все остальное, как бы, это уже вторично. Главное нам запустить тепло. Поэтому вот мы его запускаем в первую очередь. Сварили подставочку, поставили на улицу. Вот сейчас моем температуру, доводим ее до, как бы, нормальных значений. Ну вот, прошла где-то примерно дней 10, как мы приехали на объект. Сейчас все работы нами выполнены. Сейчас будем сдаваться заказчику по этим работам. Он будет эксплуатировать его несколько дней активно, чтобы были какие-то вопросы. Но на самом деле вопросы больше возникнут уже в период уже проживания и зимней эксплуатации. Ну вот сейчас видно, как стоит наш тепловой насос. Аккуратненько сделали подставку, поставили блоки вниз, аккуратно завели все трубы в дом. Это сплит-система, поэтому здесь идет фреоновая трасса. Прокинули провода, как вы видите, для управления тепловым насосом. Также вытащили на улицу, на всякий случай, дополнительную розетку. Вот такой симпатичный вид имеет. Фасад еще не отделан, но я думаю, это уже будет, естественно, следующий год, не этот год. Давайте сейчас пройдемся по отмосточке и посмотрим, что у нас происходит внутри дома. Какой вид мы сейчас будем сдавать заказчику. Вот вывели краник на улицу для холодной воды. Думаю, как раз очень полезная вещь для сада, огорода, да и вообще для технических нужд. Поворачиваем и еще раз. Ну, сразу же убираемся в первую комнату. Как я и говорил, теплый пол мы разложили по матам. У стены, как видно, демпферная лента лежит. И, соответственно, под каждым окном практически поставили радиатор. Там, где нет окна, вот, например, здесь, это здесь будет кухня. Поэтому сделали водоподготовку полностью. Здесь санузел. Вот с радиатором система циркуляции горячей воды. Полотенцесушитель, точнее говоря. Значит, везде в ванне теплый пол, конечно же. С полотенцесушителем. Сделали все водорозетки. Всю подготовку для установки сантехприборов. Сейчас посмотрим с вами тепловой пункт. Ну, перед этим небольшую комнату. Сейчас немножко я не туда зашел. Сейчас выйду, покажу. Ну вот, видно, вся наша работа, какой вид имеет. Вот терморегулятор, то, что я говорил, для управления в каждой комнате системы теплых полов. Сейчас все они включены. Так как мы проверяем систему отопления, как она работает, нам наша задача, чтобы все везде было тепло, перед тем, как будут люди... Ну вот, заходим в тепловой пункт, который мы новый сделали. Это стоит гидроаккумулятор на 100 литров, система водоподготовки слева. Вот система обвязки тепла нашего бака большого. Это система циркуляции горячей воды, отопления, радиаторы. Здесь у нас аварийный электрический котел. Справа большой щиток для управления электрооборудованием в доме. Здесь у нас гребенка теплых полов с электромагнитными клапанами, которые управляются терморегуляторами. Ну вот, внешний вид я вам весь показал. Все сейчас работает, функционирует. Всем пока. Спасибо за просмотр.